В годы Великой Отечественной войны были в нашей армии специальные подразделения, которых фашисты страшно боялись. А состояли в этих частях четвероногие мухтары, барбосы и дики. Даже бронированные танки шарахались от служебных собак Красной армии. О том, как это было, расскажет наш бывалый солдат. Здравствуй, желаю, ребятки. Искренне рад новой встрече с вами. Вот знаете, каждый раз, когда о военной истории рассказывают, я удивляюсь, почему не часто вспоминают про четвероногих друзей солдата, про служебных собак. В армии они, конечно, не очень заметны, но зато поступки совершают часто просто геройские. И не только в военное время, но и в обычной жизни, можно сказать, стоят на страже мира. Говорят, в России первым додумался служебных собак в армии завести царь Петр I. Он вообще был человек дальновидный. Сразу подметил, что собака может помочь там, где пехота не пройдет. И действительно, как показало время, на войне псам работы хватило. Они и в военно-медицинской службе помогали, минные поля разминировали, донесения доставляли, людей пропавших искали. То, что на работу служебных собак нужно обратить особое внимание, показала и Великая Отечественная война. В 1941 году на передовую отправили сразу около 14 тысяч собак. А вообще за годы войны на фронтах сражались почти 60 тысяч четвероногих бойцов. Жаль, не всегда псам после войны памятники ставили. Хотя о некоторых даже легенды складывали. Настоящими героями были собаки-минеры. Они ведь рисковали своей жизнью. Наши конструкторы придумали специальное устройство боекомплекта, чтобы собака могла донести мину до цели, сбросить ее и убежать, не дожидаясь взрыва. Немцы таких собак больше всего боялись. Только в нашей армии во время войны действовало подразделение противотанковых собак. Во время знаменитого сражения на Курской дуге собаки-минеры уничтожили 11 фашистских танков. «Собака справа! Собака слева!» То и дело звучало из танковых кабин. Танкисты из машин не могли видеть незаметных четвероногих бойцов, которые смело шли в атаку. Даже от собачьих силуэтов шарахались фашисты. Мелькнет собачья тень в прицеле танкиста-наводчика, а через пару секунд гремит взрыв, и танк замирает в клубах черного дыма. Во время войны были созданы 168 отдельных воинских частей, в которых служили четвероногие солдаты. Собаки подрывали вражескую бронетехнику в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Брянском. В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного батальона. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится. Из донесения командующего 30-й армии генерал-лейтенанта Лелюшенко от 14 марта 1942 года. О подвигах белорусских партизан известно хорошо. Они устроили фашистам настоящую рельсовую войну. И в этом им очень помогали собаки. Однажды партизаны готовились подорвать железнодорожный состав с важным грузом, который перевозили фашисты. Предыдущие подрывы прошли удачно, но в этот раз немцы подготовились хорошо. Часовые то и дело курсировали вдоль железнодорожного полотна, проверяя путь. Партизанам все никак не удавалось заминировать рельсы. Минеры, сидевшие в засаде, принимают решение отказаться от подрыва. Вот и состав показался на горизонте. Что делать? Неужели операция провалится? И вдруг партизанская собака Дина
едва слышно зарычала, будто хотела что-то сказать. А потом схватила вьюг с взрывчатым веществом и понеслась прямо под колеса паровоза. Ничто не могло ее остановить. Прогремел взрыв. Вражеский эшелон был пущен под откос. Собака Дина погибла. Она выполнила задание ценой своей жизни. Партизаны навечно зачислили четвероногого героя в списки своего отряда. Ты мой сладкий. Были на войне собаки, обученные диверсионной работе, а были наоборот, собаки-минеры. И вот тут собаки незаменимы. Нет, незаменимы, потому что как бы мы ни старались, собаки могут быть намного осторожнее людей. А уж чутье на опасность у собак-то, ух, намного выше нашего. Такими уж их Господь создал. В Яско-Кишиневской операции взвод собак-миноискателей успешно выполнял задачу по сопровождению танков. Собаки привыкли к езде на броне танков, к шуму моторов и стрельбе из орудий. В подозрительных местах собаки-миноискатели под прикрытием огня танков производили разведку и обнаруживали минные поля. Из директивы начальника инженерных войск Советской армии всем фронтам от 17 ноября 1944 года. А вот еще одна история о четвероногом сапере. Призвали на военную службу из Ленинграда шотландскую овчарку по кличке Дик. Несколько месяцев обучали минно-розыскному делу. Служил Дик на совесть. За время войны, вы только представьтесь, ребятушки, обнаружил 12 тысяч вражеских мин. Это ж сколько он солдатских жизней-то спас. Всю войну прошел. Принимал участие в операциях по разминированию Сталинграда, Лисичанска на Украине, Праги. Но главный свой подвиг он совершил под Ленинградом, в городе Павловске. Пробегая по окрестностям дворца императора Павла I, Дик почуял запах взрывчатки. Пес мгновенно сориентировался, схватил своего подопечного сапера за штанину и потащил к опасному месту. Оказалось, что в фундаменте дворца с минуты на минуту готова была разорваться взрывчатка в 2,5 тонны. Страшная бомба была вовремя обезврежена. А ведь могли погибнуть люди. Мог превратиться в руины великолепный дворец. Памятник русской истории. Дик дожил до победы. А когда через много лет, уже после войны, он умер от старости, то военные похоронили его со всеми воинскими почестями, как героя. Да, брат. Когда-то поэт Сергей Михалков написал такие слова: «Если кто с собакой дружит, тому собака верно служит». Правильные слова. А в военное время солдат любой помощи рад. Хоть от серьезной овчарки, хоть от кудрявой баллонки. Ну, правда, баллонки, конечно, в армии не служат. На армейскую службу собак отбирают специально, в зависимости от боевых задач, которые им выполнять придется. Служебные собаки должны отличаться хорошим здоровьем, обладать острым слухом и чутьем. Характер у собаки должен быть смелым, и она обязательно должна настороженно относиться к посторонним людям. Особенно такие качества нужны собакам, которые несут караульную и патрульную службу. Собак привлекают не только на военную охранную службу. И в мирной жизни бывает много ситуаций, когда помощь собак просто необходима. А вот сейчас, ребят, я вам покажу, как мой Ред боевой задачей справился. Представь себе, что там человек, которому нужно помочь. Ред,
Еще. Ай, молодец, нашел. Ай, нашел, молодец. Ну что, ребята, теперь вы убедились, что наши псы на любые подвиги способны. Если у вас есть собака, тренируйте ее и сами вместе с ней тренируйтесь. А вот листаю книгу военной истории, да, Ред, да, и удивляюсь, сколько же у Реда было предшественников собак героических, а? Ой, чего только они не делали в войну. Вот, скажем, вот смотрите, сторожевая овчарка Агай. В карауле 12 раз обнаруживала гитлеровских лазутчиков, которые пытались незаметно прокрасться на наши позиции. А вот санитарная собака Мухтар вытащила с поля боя более 400 раненых бойцов. Вы только представьте, ребята. Ой. А вот связной пес Бульба передал более 1500 депеш и проложил десятки километров телефонных проводов. Собак за подвиги редко награждают. Да им они, честно говоря, не очень-то нужны, ордена да медали. Вот разве что сахарная косточка, да наша солдатская любовь к ним. Но этого у нас, старых солдат, на всех хватает. Ну что ж, теперь пришла пора прощаться, ребятушки. Кланяюсь вашим родителям и храни вас, братцы Господь, от всех невзгод и напастей. Да? Точно.